White in Motion. За перегруз водителям фур придется раскошелиться. В этом году правую часть моста через Хаджибийский лиман планируют оборудовать системой автоматического определения перегрузов. Уже объявлен тендер на разработку проекта, после чего компания-подрядчик займется необходимыми техническими работами. Механизм взвешивания в движении уже работает на некоторых оживленных трассах страны. А вот на мосту такое устройство установят впервые. Датчики будут срабатывать на фуры массой более 40 тонн. Працює вона наступним чином. Коли автотранспорт наїжджає на балку, вона прогибається і є, вона продавлює цю систему і визначається вже маса як по вісьова, так і загальна. Також буде встановлено рамка для габаритного контролю і зчитування номерних знаків для того, щоб потім ці штрафи можна було автоматично відправляти. Ми передбачили також автономну роботу цього комплексу. Оборудование моста определителем перегруза обойдется государству в сумму не более чем 1 миллион гривен. В результате тендера стоимость работ может немного снизиться. Тем временем ремонт самого сооружения продолжается. Строители планируют закончить полосу в направлении Одессы по графику. На данный момент идет армирование и омонолитие на монолитной плиты и происходят ремонты ригелей в первую очередь и подготовка к бурению левого проезда со стороны Киева. Идет прокладка кабелей с линии связи, перекидка линии связи, которая шла на самом непосредственном мосту, и ее спрячут под мост. Единственное, что не ждали, очень сильно разрушены ригеля снизу, очень сильно поврежденный мост. А так, в принципе, все стандартно, ничего сложного пока нет.